и его друзья. Подводная лодка Руди. Ой, какой прекрасный пейзаж! Ой, а тут в океане большая яма! Ребята, это голубая дыра Белиза. Она так глубока, что зовется черной дырой океана. Семечко там. Видно, оно на большой глубине. Руди, а его можно достать? Сперва мы высадимся на берег. Вот с этим мы сможем дышать под водой. Можем даже добраться до дна океана? Да где там? Опять хвалишься. А откуда там стекло? А это стекло, оно из плавленного песка. Вот здорово, хочу испытать, хочу. Не опасно. Что-то Чиву долго нет. Друзья, а вдруг что-то случилось? Прямо перед моими глазами разноцветные рыбки плавают. Ты можешь хоть минуту помолчать? Не совсем исправно. Прошу, надежность люкс. А оно не подведет? На вид еще опасней прежнего. Ой, Руди, какая штука. Дай попробовать. Подожди, дай я сначала объясню. Уже удрала. Чего? Ой, тут нельзя дышать. Сначала слушай. Я и хотел тебе это объяснить. Не надо подплывать к разным рыбкам. Руди, а мы ведь не знаем, что случайно можем повстречать в океане. Думаешь? Ну, тогда я сейчас превзойду самого себя, будьте уверены. Что же Руди делает на этот раз? Не знаю. Руди, уже готово? Готово! Держите ваши шляпы! Ну и что ты натворил теперь?
Шедевр завершен. Но что же это такое? Как здорово! Это называется подводная лодка. На ней можно совершенно свободно плавать под водой. Я могла бы доплыть на ней до края мира, даже вселенной. Вот что чего, это подводная лодка для воды. Если бы я захотел, я бы сделал даже космический корабль. Руди, скажи, она точно безопасна? Под водой с ней ничего не случится. Только спокойно, я заготовил для всех нас спасательные пузыри. Скорей, скорей, скорей на дно! Идем, Пами! Опля! Все равно опасно. А все благодаря моей подлодке. Без нее бы вы не увидели риф. Но я вовсе не требую никакой благодарности. Молодец, Руди, ты гений! Семя светилось где-то возле дна. Нам погружаться еще долго. Осторожно, здесь просто дебри. Они называются медузы. Их стало так много, потому что земля нагревается. Но знаете, они больно жалят и нападают. Хорошо. Что это? Это медузы. Они нападают. Медузы мешают ходу подводной лодки. Медузы нас раскачивают, их надо сбросить. Придумай что-нибудь. Ой, этого я и ожидал. Но зачем мы им нужны? У них же есть свои дела. Ребята, а может мы их потревожили или напугали? Главное, что наша подводная лодка уцелела. Но семечка нигде нет. Друзья, видимо, мы погрузились чересчур глубоко. Ну и какой же выход предложит наш юный гений? Ничего, семечко где-то близко. Да, но здесь так темно, что ничего не видать. Что же нам делать? Смотри, там дальше цвет воды совсем другой. Плывем туда. Нам его забрать. Ха, у меня на этот случай кое-что есть. Чудо-захват. Ой, еще и захват. Ты просто гений, Руди. Ну, может и не гений. А ну-ка, захватим семечко. Так-так-так. Руди, не притворяйся неумехой. А ты попробуй сам, умник.
О, нет, наша подлодка дала течь. Быстрее заткни чем-нибудь пробоину. Лодка все равно течет. Руки под лодку как сито. Что же делать? Руди, под лодку строил ты. Скажи, как устранять пробоины? Ты это предусмотрел? Поскорее, Руди, действуй! Ну, Руди, сделай же что-нибудь. Сейчас, потерпите. Зеленое семечко у меня, но наша подлодка долго не продержится. Руди, спасательные пузыри! Да, срочно всплываем на поверхность. Держи, семечко. Да. Твоя халтурная подлодка просто смерть, Руди. Что-что? Без моей подлодки ты не добыл бы семечко и не побывал бы в подводном мире. Все равно ты нас крайне подвел. Да как же ты смеешь так говорить? Хватит! Ну сколько можно спорить? Семечко добыто, и все здоровы! Ой, когда же вы наконец поладите? Лучший друг.